Международный день танца в Центральном дворце культуры состоялся отчетный концерт образцового детского коллектива Московской области хореографического ансамбля «Волна» детской школы искусств имени Розума. Участники представили зрителям яркую и зрелищную концертную программу. Коллектив «Волна» – лауреат областных, всероссийских и международных конкурсов. Практически с каждых соревнований дети возвращаются победителями. Недавно на областном конкурсе фестиваля коллектив получил звание Гран-при. Победил в нескольких номинациях на международном хореографическом фестивале. Во многом это заслуга преподавателей, наставников, руководителей ансамбля Татьяны Прониной, Русланы и Натальи Аскеровых. На сегодняшний день в коллективе занимаются более 200 ребят от 4 до 18 лет. Они учатся как классической, так и современной хореографии, развиваются в самых разных видах танцевальных направлений. Стараемся детям дать разнообразную хореографию, и они у нас молодцы, они справляются с ней, потому что очень тяжело сочетать и народный танец, и современный. Десятки номеров, разнообразный репертуар, мастерство продемонстрировали участники коллектива «Волна» на отчетном концерте. Каждый номер сопровождался бурными аплодисментами зрителей. Родители, дети, такое единение общее, такой праздник души и праздник весны. Очень здорово. Детки все молодцы, вообще очень красочные номера, очень все весело, здорово. Прививаем младшему поколению любовь к танцам. Отчетный концерт – большое событие для коллектива. Это подведение итогов деятельности за прошедший год, а также показатель творческих достижений. Евгения Корыть, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.